Вот эта фигня какая-то, я считаю, особенно белого цвета. Вот это хорошо, то что раз полка для вещей, вот здесь два сверху. Дима, в ненастроении, да? Или в настроении? Кстати, очень удобно. Вместо полок все видно. Носки не провалятся, уже хорошо. Ручки очень необычные. Кожаные. 25 900. 42 тысячи уже за 1.5 метра. Ручки, кстати, смотрятся симпотно, но не очень удобно. И вот это, я считаю, дурацкая полка, потому что там нужно классические штаны носить. Обычный белый матовый цвет и ручки удобные. А какой? Большой шкаф. 22 900, глянцевые дверцы. Смотрите, какой шкаф интересный. Ой! А что это здесь за мальчик такой? Ты здесь живешь, мальчик? Ой, какой страшный, закрою-ка я дверь. Вот эти стандартные полки, они не вытаскиваются. Вот смотрите, какие скидки сейчас на фасады для шкафов. Ну, кстати, тут прикольно, все сразу полки показываются. Вот это для обуви. Вот видите, снизу можно поставить высокую обувь, а вот здесь, конечно же, получается очень маленькое расстояние. Вот по мне, вот это вообще какая-то фигня бестолковая. Матовое стекло. Прикольно, кстати, смотрится. Наташа, подожди, ну, возьми, пожалуйста. Охо, 5 минут, и шкаф готов. И сразу пишет цену, но без учета скидки. В общем, выбрали себе шкаф. 55 800 он в итоге вышел. Дали вот такой лист, удобно, что для самостоятельного набора. То есть все наполнение тащишь сам, а сами вот эти большие шкафы и дверцы, это притащит служба доставки. После шкафа нужно как следует подкрепиться. Ой. Вот привезли шкаф, ну, и пришли сборщики. Ну что, мастер только-только ушел, и на моих часах 20 часов 43 минуты. Пришел он сейчас, представляете, сколько он времени потратил. Как, кстати, вам мой костюм зебры? Зацените. Жмите пальцы вверх и напишите, что вы об этом костюме думаете. Ну и не только о нем, о моем шкафе. Значит, что мне нравится, здесь внизу сетка. Кстати, прикольная очень штука, но сетки без доводчиков. Вот так это все выглядит. Сверху полка, это очень удобно. Высота у меня потолка почти 2,7. И вот видите, здесь еще есть расстояние, куда можно что-то положить. Здесь, соответственно, полки. Классная фурнитура. Все дверцы, обратите внимание, с доводчиком. Это огромный плюс. Плюс, соответственно, ящики выдвигаются, задвигаются, и они с доводчиком. Все с доводчиком, кроме, соответственно, сетки. Сетка металлическая, есть в серых цветах в IKEA и в белых цветах. Соответственно, под этот шкаф
лучше смотрится на наш вкус серый цвет. Здесь будет в два ряда одежда, здесь и, соответственно, здесь большой шкаф, но не обошлось и без нюансов. Соответственно, тот, кто нам привозил шкаф, это компания-партнеры IKEA «Деловые линии», и они долбанули, видно, при перевозке, и привезут нам только, получается, в понедельник. Вот сюда такую специальную деталь, чтобы можно было полки эти поставить. И, соответственно, в среду только придет мастер, скорее всего, тот же, что собирал, и все дособирает. Кстати, отмечу, мастер очень круто, без остановки работал, собирал этот шкаф. Я бы, наверное, один бы думал, его три дня бы, наверное, собирал бы. Без такого большого опыта. Но, уважаемая IKEA, выдайте своему специалисту форму. Я полагал, что он придет в форме, будет IKEA написано. А тут нет, он пришел в своем. Это же не так дорого дать хорошую одежду для своего сотрудника. Вот смотрите, 3,25 получается он в длину, и высоту там 2,36 или 2,38, точно не помню. Смотрится он круто. Видите, изначально, смотрите, скажу вам пару моих, возможно, ноу-хау, возможно, это уже не мое ноу-хау, кто-то для меня это сделал. Значит, делали вот такой, соответственно, короб для того, чтобы сюда стал нормальный шкаф встроенный, но при продаже этой квартиры, то, что мы в любом случае будем продавать, чтобы купить свой дом, этот шкаф мы, соответственно, не заберем, он останется здесь. Вот здесь, под вот этим поликом, видите, вот плитка идет. Это офигенная штука, ловите от меня лайфхак. Смотрите, вот здесь, кстати, очень хорошо видно. Вот она, видите, плитка. Когда вы будете менять напольное покрытие, то вам не придется разбирать и перетаскивать шкаф. Шкаф уже стоит на плитке. Вот это очень крутое, я считаю, решение для вот таких гардеробных систем. Ну, соответственно, ролик я буду доснимать дальше. И в понедельник сниму, когда приедет запчасть, и сниму, соответственно, в среду, когда дособирают, и, надеюсь, он в скором времени выйдет. Не забываем подписываться на канал, жать пальцы вверх, оценить наш новый шкаф и мой костюм зебр. Смотрите, есть еще вот такой классный капюшон. Я зебра. Друзья, чуть не забыл. Большое количество здесь упаковок из IKEA. Причем, кстати, упаковки просто суперские. Если бы не наши ребята, которые возят и не жалеют чужое имущество, было бы все лучше, сделали бы с первого раза. За моей спиной, вот смотрите, мастер все упаковал, останется только вынести. Причем он очень качественно и круто это все упаковал, весь этот мусор. У нас, кстати, появились контейнеры раздельные, и я его закину в тот контейнер, где должна быть бумага. Надеюсь, сделаю правильно, и это поможет с проблемой мусора в нашей стране. Не переключайтесь. Как я и обещал, прошло пару дней, привезли остаток, пришел мастер, все дособирал, и покажу как раз вот это последнее отделение, которое нам собрали. Здесь внизу две полки с сетками. Классная, кстати, штука, все видно, но без доводчиков. Доводчиков здесь вообще нет. Зато полки все с доводчиком, и меня, честно, это очень-очень радует. Работает все супер. IKEA. Кстати, мебель вот это сделана в России. Видите? Made in Russia. Причем отмечу, что фурнитура вся идет с доводчиками. Вот она. Здесь получается 4 петли, 2 петли без доводчиков. Сверху петля с доводчиком и снизу петля с доводчиком. Это уже в комплекте к шкафу. Смотрится он все отлично, мне нравится. Вот смотрите, как закрывается дверь, классно. И вот такие выбрали длинные ручки. Нам они показались, смотрятся стильно. И не так сильно выступает, и удобно открывать дверь. И такой, кстати, шкаф реально лучше, чем с раздвижными створками. Потому что открываешь, и сразу ты видишь, что у тебя вот здесь внутри. И не нужно эти створки влево-вправо перемещать для того, чтобы посмотреть
наполнение своего шкафа. А теперь я хочу подытожить покупку этого супер шкафа для нашей семьи. Вот так он выглядит внутри, вот так, соответственно, снаружи. Называется это PAX. Это все сделали в IKEA, все помогли организовать так, как нам необходимо. Изначально мы хотели это в белом глянцевом фасаде, но ценник был почти там 70 тысяч рублей. Взяли вот этот цвет, потому что он был акционный. Я люблю экономить. И, соответственно, общая стоимость шкафа составила 54 200 рублей. Из этого 500 рублей набор товара в магазине. Что такое в IKEA набор товара в магазине? Весь крупногабаритный товар, то есть, например, здоровую какую-то столешницу, там, дверцы, каркас, они берут сами. Но всю мелочевку, полки, сетки, направляющие, фурнитуру, все ты должен брать сам. Либо плати 500 рублей, за тебя это сделают. Доставка с подъемом обошлась в 1300 рублей. Это с лифтом. И сборка всего этого здоровенного шкафа в 3 метра 25 сантиметров при высоте 2,36 или 2,35 у них обошлась 3596 рублей, что я считаю очень недорого, потому что обычно берут от 10% стоимости товара за сборку. Мастер собирал один, мастер просто 5 баллов. Не, 10 баллов по 5-бальной шкале, просто молодчина. Теперь я хотел поговорить по нюансам. Значит, что произошло? Во-первых, при сборке обнаружился брак. Я позвонил в IKEA. Ожидание оператора было где-то минут, наверное, 25-30. Очень долго ждал. При этом первое, что сказал оператор: извините, простите за доставленные неудобства. Вот реально 5 баллов. Мне это понравилось, потому что с нашим обычным сервисом такого никогда не дождешься. Через день они извинились, привезли нам, получается, в понедельник уже привезли, заменили бракованную деталь. И в среду с утра пришел мастер ровно в 9 утра, быстро все собрал, попрощался и ушел, скомпоновав весь этот мусор, картонные коробки, упаковки, для того, чтобы мы это сами могли легко вынести. Вот, огромное спасибо. Значит, по работе. Их партнер привозит это все, это деловые линии. Я, конечно, думал, что это будет IKEA, в их там костюмах. Мне бы так хотелось. Но пришли обычные люди в своей старой одежде. По сборщику все быстро собрал, причем один, я думал, там двое будет минимум. Что я бы, наверное, месяц собирал бы, а он тут за там, часов 5-6 все это сделал. Но я ожидал, что мастер придет, у него будет униформа, у него будет IKEA там написано. Он пришел в обычной своей одежде, в которую он все это делает для того, чтобы ему было удобно. Выдайте своим сотрудникам или партнерам одежду, заставьте, пусть они купят хоть какие-то комбинезоны. Но это просто, ну, вот это для меня, например, большой минус. Я ожидал, конечно, нормальную одежду, нормальную форму. Вот этого мне, честно говоря, хотелось. Начнем скоро заполнять шкаф. Это самое классное, потому что завалили комнату ребенка все вещами, потому что нет места дополнительно для его хранения, но разберем и станет все супер. Также купили, кстати, вот этот стол по акции 12 тысяч рублей и к нему классные стулья. Если вам, кстати, интересно, чтобы я об этом рассказал, показал стол, как я его собирал стулья, потому что это все делал сам, это на самом деле очень просто, приятно и не так много занимает времени. Напишите мне об этом в комментариях, чтобы я это увидел, и я тогда сделаю этот ролик и вам все покажу. Также не забывайте о том, что я занимаюсь тем, что делаю объективные обзоры новостроек, как домов, коттеджных поселков, так и обычных квартир в большинстве. И если вы задумались к переезд или купить квартиру, обращайтесь ко мне, потому что я эксперт в недвижимости. Я тот человек, который ходит, смотрит и объективно вам все это показывает. Звоните, пишите. До скорых встреч. Пока.